У мужчин задний проход называется анус. У женщин задний проход называется бонус. Что это? Всем привет! Вот так живешь всю жизнь, и только потом узнаешь, что у тебя есть бонус, которым ты не воспользовалась. Да. Но вообще, знаете, женский юмор – штука весьма специфическая и порой даже неадекватная. И, в принципе, ну, может быть, конечно, кто-то использует это как некий бонус, потому что есть мужчины падки на вообще буквально на все. Но, по-моему, месить глину – это такое себе удовольствие.